розовый пинг, и мы его запускаем в бассейн. А ну-ка, Angry Birds! Пыдыщ! Ой! Всем привет, это на канале Принцесса Кристина, с вами мы будем изучать цвета. Всем привет, друзья, вы на канале Принцесса Кристина, и сегодня действительно у нас будет обучающее видео. Будем изучать цвета на русском и на английском с помощью вот таких вот водяных бомбочек. И с помощью рогатки будем их пулять из бассейна. Ну что, Кристинушка, поехали! Да. Какой на большом пальчике у тебя цвет? Розовый? Да, розовый. А на английском? Pink. Pink, точно. Следующий пальчик? Зеленый. Зеленый. А на английском? Green. Green, точно. Следующий? Голубой. Голубой, точно. А на английском? Blue. Точно. Следующий? Желтый. И как на английском будет желтый? Yellow. Yellow. И последний у нас пальчик какого цвета? Фиолетовый. Фиолетовый. И как на английском будет? Violet. Есть, Кристинушка, ну все цвета угадали. Ну что, предлагаю теперь бомбочки запускать. No. А что это за зайчик у нас возле бассейна? Смотри, какую я рогатку для тебя подготовил. Ты-дыщ. Ну что, будем изучать цвета дальше и стрелять бомбочками. Кристина, первый шар готов. Какого он цвета? Розовый, пинг. И мы его запускаем в бассейн. А ну-ка, Angry Birds. Пыдыщ. Ой. И попытка номер два. Пыду. Ой, опять не долетел. Кристинушка, давай мы будем изучать цвета, какие у нас там есть. Какой это цвет? Blue. Blue. Или синий. И давай бросай его в бассейн. Да. Ты-дыщ. Ой-ой-ой, есть! Давай следующий шар. И что у нас за цвет? Это же желтый. Да. Yellow. Yellow. Бросаем. Ты-дыщ. Они тонут или не тонут? Они у нас тонут. Кристина, а это у нас какой цвет? Такой яркий. Красный. Красный или red? Да. Кристина, я предлагаю бросить его о стеночку. Давай, 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 давай. Опа! Не лопнул, давай еще раз. Ой-ой-ой, лопнул. Смотри, что от него осталось. Здорово. Продолжим. Да. Какой у нас цвет? Зеленый. Зеленый. А на английском? Green. Green, точно. Есть. Кристина, хочешь рогаткой воспользоваться? Да. А ну-ка, заряжай. Да. Заряжаем. Целимся в бассейн. Ну, давай так. Ой-ой-ой. А ну-ка, Angry Birds, стреляем. Ты чуть себя не выстрелила. Это что такое? Удочка новая. Какая необычная. Ловим рыбок. Ловим, ловим, ловим. Что у нас там еще осталось из цветов? Какой цвет? Желтый. Желтый. А на английском? Yellow. Yellow. Есть. Такой яркий, как солнышко. И следующий пошел ко дну. Какой у нас на очереди? Синий. Синий. А на английском? Blue. Blue. Или deep blue. Темно-синий. И какой же у нас цвет еще остался? Голубой. Голубой. Blue. Blue. И давай его в бассейн. Вот так вот. Всем пока-пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И смотрите больше обучающего видео с каналом Принцесса Кристина. Пока-пока.